Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Виталий, он же Монг. Продолжаем проходить Банишарс. Чё он все время говорит, что типа место какое-то знакомое, как на карте. Я сейчас посмотрел все карты, ни одно место не похоже. Пойдем назад, вернемся, там куда-то еще спуск был, то ли что-то такое. Чисто посмотрим. Что за место такое? Вот здесь. Correct, если карта не врет, сокровище спрятано где-то недалеко. Если карта не врет. Какая карта, блядь? Я вот все карты там осмотрел, ни хрена ни одна не подходит. Там карты с водопадом. А я здесь водопада никакого не вижу. Вот в чем дело. Давай так порыщем по округе. Может быть вот сюда. А, сюда мы не спустим. А вот водопад, кстати-то говоря, мне. Может где-то вон там? Куда вниз-то не спустишься? Уверен, сокровище рядом. А, о, вижу, бля, камень. Ну и что там будет? Ведьмин камень? 1000, блядь, 108. Так, и какую карту мы это... Вот смотри... А, вот она. На болотах. Ага. Ну, лады. Откопали сокровища. Опачки. Ишь ты куда спрятался? Припрятался, блин, ты посмотри-ка. Шли обратно. Залезь, пожалуйста, Ред Макрей. Интересно, какая разница, каким путем уйти, Хэрроуз или Форт Джерико? В чем отличие, блин? Прям интересно. Мы же не сможем это проверить, блядь. Нам только одним путем, я так понимаю, надо пройти. Другим потом уже не пройдешь, наверное. Давай! Руби. Нету. И здесь ничего. Жаль, жаль. Рудники. Видно, эти горы богаты рудой. Выглядит хлипко. Он рассчитан на целую команду, но у тебя выдержит. Наверное. Доберитесь до гор. Изоляция. Щубей. Пошли добираться до гор. Дай-ка я только полазю здесь наверху. Глядишь, что отыщу. Например, гриб. Крутовик серно-желтый. Опа. Лестница. Не очень приметно. Здесь еще и прыгануть можно. Я тебя перенесу, если позволишь. Подожди. Да, я здесь осмотрюсь. Как туда залезть? Там сундук я вижу. Не понимаю. Мы должны действовать вместе. Успокойся, пожалуйста.
Мы и так действуем вместе, бля. Я смотрю, как залезть туда. Не понимаю, как обычно. Там нет никаких подходов. Сейчас осмотримся и потом туда полетим. Опа. Он застрял. Все, потому что веревки над ним спутались. Ах ты собака. А где еще веревки над ним спутались? Эй, алло, бля. Ох, а я отсюда не дострельну. Вот зачем надо туда перенестись. У меня ружье не поднимается настолько сильно. Хорошо. Нам, короче, нужен лифт. Ну, значит, я правильно туда шел. Но я не понимаю, как залезть вон туда. Вообще там никаких подходов нет. Окей. Окей, окей. Давай, давай, блин, ползи, говорю. Что ты как этот? Караварахс. Куда не забраться, но я могу тебе помочь. Ты, блин, помогай. Ага. А как я... Смотри, блядь, стоит чертило. Здесь можно пройти, позволь мне помочь. Он даже не стоит, а висит. А, так, да подожди, сейчас пройдем, сейчас вот сюда сходим. Распутайте веревки, ага. Одну распутали. Ух ты, ёпт. Смотри только. Можно и туда, и сюда прыгнуть. Окей. Сбери. А вот туда. Туда хочу, вниз. Вниз никак. Могу туда переместиться. Для чего? Да, блин. Антея, я знаю, что ты бормочешь-то по духу постоянно. Сейчас вот здесь будем действовать вместе. Это раз. Ой. Неприятная смерть. А бывают приятные? Мех. Действительно, блять, а приятные бывают смерти, блядь. I can carry you, if you let me. А сейчас перенесешь, подожди, ты угомонись, пожалуйста. Куда я попаду? Это я назад попаду, правильно? Да, правильно. А туда вон как попасть, ты ничего не понимаю. Слышишь, как там можно туда перелететь? Откуда-то оттуда? Сверху самого, что ли? Так это жестко. Так, хорошо, где веревки-то, блядь? Почти все. Почти, да не почти. Не все. Не все, блин. Так, это я назад слезу? Где третья веревка?
Во. Правда, потом придется опять заново везде. А хотя нафига я таким же путем обратно и вернусь. Не густо. Так, хорошо. Где третья веревка? Полетели обратно. Полетели обратно. Почти все говорит. Это да не все. Так, окей, давай слезем, попробуем. А где слезть-то? А вот здесь. Где третья веревка? Не понял, бля. Хе, блин. А где реально третья веревка? Я не вижу, блин. Снизу ж я до нее не дотянусь, блин. Видишь третью веревку? Я тоже не вижу. Ну, видел там снизу. Блин. Но я... А, о, вижу все. Теперь подъемник должен заработать. Теперь не только подъемник должен заработать. Но также заработают и какие-нибудь твари. Вылезут сейчас оттуда. Так. Теперь мы назад. На подъемник. Блин, залезть наверх, чтобы потом опять спуститься вниз, да? Круто. Конечно. Так бы и поднялся бы наверх туда. Да и все. Эти балки едва держатся, они не обвалятся. Ты предпочел бы лезть туда? Будь моя воля, мне бы вообще здесь не было. Доберитесь до гор. Высоко едем. Смотри-ка ты. О, ты сзади стоит. Сундук с рыбками. Бурная река. Свет Юпитера. Бурная река. Урон от удара кулаком 16. Упорство 40. Урон от удара кулаком увеличен на 50%. Но этот удар расходует на 50% больше очков духа. Урон от удара кулаком возрастает на 15% после каждого попадания по врагу этим ударом. Суммируется. У ворот анты увеличит урон от следующего удара кулаком. Ну ладно. Пусть так пока и будет. А, блин. Столько мест всяких и непонятно. Куда попасть. Не везде. Что может быть лучше снега? Мы с сестрой часто играли в снежки. Мне вечно приходилось им подыгрывать. А тебе нравится снег? Однажды я побывала в Кембридже вместе с моим наставником, Николой Фатио. Он вещал своего друга. Мистер Ньютон, конечно, великий ученый, но их с Николой беседа быстро мне наскучила. Я выглянула из окна, увидела белое покрывало. Вышла во двор, там медленно падали снежинки. Очень стыдно это признавать. Но я танцевала на снегу во дворе Кембриджского университета.
Медь, бля. Конечно, когда первый раз снег видишь, блин, офигеваешь, наверное. Я вот прожил всю почти большую часть жизни, бля, в снегу. Так что мне, да. Он даже поднадоел. Горы Плезант. Отправляйтесь в Форт Джерико. Горы Плезант. Каким путем нам лучше туда отправиться? Здесь или там? Зимолюбка. А, блин. Магнетиты. Столько ресурсов всяких новых. Магнетиты, блин, медь. Зимолюбка. А зимолюбку мы не собирали разве? Что-то, по-моему, было. Или нет? Естественно. Ля! Что ты там шкиришься? Зашкирился он там. В левом углу боксер волк. В правом углу боксер заяц. Это так. Чиполлины были, бля. Быстро с ними разделался. Анте, это тоже нормально так долбить начала, блин, кулаками. И туман грёбаный. В этом тумане бродят духи, бля. Ни хрена не видно. Где это? Ты это слышишь? Yes. Да, где-то рядом. Девай. Угу. Ну сначала надо туман снять. Так как я не умею, не могу проводить ритуал, когда ни хрена не вижу. А надо наверх залезть. Не могу залезть наверх. И делать. Черт тебя дери, блин. Где эта херотня, чтобы туман снять? Че, не понял. Погоди, давай обратно вернемся. Здесь я никуда не залезу. Не слезу, не залезу, не залезу. Мне туда показывает. Но, сука, я там ничего не вижу, блин. Как снять этот долбанный туман? Здесь тоже не пролезть. Здесь можно потом только слезть. И чё? Чё мне это дало? Просто лут. Хорошо. Блин, реально, а чё там? Как туман-то убрать? Этот не видит ни хрена в этом тумане, блядь. Слезть никуда не слезешь. По периметру я уже прошелся, ничего нет. Понятно, этот встанет потом. Вот тут пень какой-то, но он не интерактивный. Алло, что делать-то, блядь, игра? Говорю, сука, надо было через равнины идти. Очень неприметная расселена, блядь.
Окей. Развить туман, блин. Сейчас развеем. Так, что-то она тут кулачком-то махнула. Ничего нет. Я вижу, что туда есть проход. Ну-ка, подожди, давай сразу туда исходим. И там еще проход был. А вот сейчас мы туман-то и рассеем. Лады. Потом туда можем будет сходить, если что. На, падла. Сука. Телепортатор хренов. Ну чё, бля, теперь-то я все вижу. Так, здесь нет ни хрена, бежим обратно. Не застреваем. Вон туда еще хочу сходить. А я оттуда слез. Да? Нет, я вон оттуда пришел. Меди возьмем. Пригодится. Пробежишь по одному месту, блядь, и запутываешься. Там наверху что? Я пришел оттуда, да, все правильно. И пошел туда. А вот эту стену... А, блядь, я не мог по ней залезть просто. Я ее видел. Это, блядь. Да, бывает. А здесь только зимолюбушка и все. Ну окей, пошли обратно. Пойдем на арену драться, блядь. С мерзкими чертами. Ах, черт. Блядь, ты кто? Кто такой? Ты что делаешь? Ну-ка, осторожно. Блядь, ледяной какой-то хрыч, блядь. Ва! Ты, блядь, паршивая ты морда. Хрена с два тебе. Вот такого ты не хотел. Сука, блядь, он меня отомстил. Чё за ледяной чебурген? Прекращай, блядь, кастовать тут, тварь. Посмотри, блядь. Холодно меня парит, блядь. Гнусный жнец, блядь. Капитан Круз. Ага. Ты, блядь. Сдохни, козел. Глоток сущности. Чё за глоток сущности? Восстанавливает здоровье 120, дух 135. Попадаем третьим ударом кулака, восстанавливает очки духа. Нифига, блин. Жнец, интересно, сколько еще видов бичей обитает невиданий? Лучше не думать об этом. Кстати-то да. Смотри, мы этот взяли, как его. Ну что-то там жнеца, блин. Для прокачки. Останки тут нужен ритуал и большая осторожность.
Блять, со жнецом подрались, теперь еще и непонятно с кем сейчас будем драться. I summon you now. Еще с одним жнецом. Замерзший зевак. А тварь такая. Ауч. Где ты? Где эта мразь? Сука. Да перезарядись ты! Точь, точь, блин. Сука. Меткий-то какой ты, посмотри на него. Блять, он какой-то жирный тварь. Может, мне вот этого надо загасить сначала? Сука. Блин, задолбал уже. Да гаси ты его, что ты стоишь, блядь. Сволочь, блядь. Ты чё не кувыркаешься-то, блин, дебил? Выпей! Выпей, говорю! They never learn, do they? Watch out! Spectre possession! Сука, этот еще вселяется там в кого-то, блять, урод! Блин, ты посмотри, что творят уроды. Мне так не хватит этих, блядь, баночек. Да-да! Блядь, почему кнопки не срабатывают, а? Валите, уроды! Тихо! Да тихо, блядь!
Сдохни ты уже! Где он? Неужели, блядь, хоть один сдох, блядь, урод? Сейчас, сейчас, чуваки, накопится у меня эта херня, блядь. А то что-то здоровье у меня все отняли уже, блядь, все бутыльки, блядь. Заебали, блядь. Вдвоем, блин, конечно, нам. Кто там, блядь, стреляет по мне? А-а-а! Мразота вонючая, блядь. Пришло время, чё? Never mind. I'll do this myself. А чё, блин, почему я один до сих пор? Я себе ты, блядь, козёл. Охреневший, блядь, мудак. Сука. Да сдохни ты, блядь. Антея, блин! Ой, выход! Ты урод! Один остался ты. Да блядь! Ты посмотри, тварь какая! Сука, какие они сильные уроды. Еще и, блядь, блоки ставят. Сдохни ты, а. Твари, блин. Не забывай про меня, блин. Элитный самоцвет, блядь. Я этих уродов просто еще не видел наверху, которые в меня стреляли, блин. Твари, блядь, из-под тишка. Я думал, то эти шарики кастуют, блядь. А хрена с два, блядь. Вот твари, блядь, а. Ну ладно, справились. Хоть и душненько было, но справились. Это самое главное. И что-то есть. Где? Где, блин? Где тут что-то есть? Хижине? Угу. Хижине-то есть. Я могу туда зайти? А, ну да. Могу.
показалось, что тут двери нет. Так, это что такое? А, грибы. Грибы, как обычно. Почему в большинстве игр ты собираешь грибы, бля? Ничего другого нельзя, что ли, собирать? Ага. Столько восьмериков понасобирал, блин, я так и не понял, мне же дали, короче, 1000 восьмериков за выполнение задания от толстокожей. А у меня почему-то 900 с чем-то всего. Как это понимать? Здесь можно веревку привязать. Не спускайся. И зачем она мне там? А, понял. Поехали наверх. О. Вау. Прикол. Ты хорошо постарался, с тебя еще выйдет неплохой изгнатель. Смотрю, ты во мне сомневалась. Не зазнавайся, учиться никогда не поздно. Самый важный факт о бичах. Бич состоит из множества теней, слившихся воедино. Не всегда. Например, жнец бич, появившийся из одной тени. Бич всегда пытается обрести новое тело, обычно созданное из разных материалов. Ужасно, может, ответишь на вопрос попроще? Допустим, о природе призраков. Ага, схвать мне экзамены тут, блин. На. У призраков есть привязи, предметы, которые связывают их с кем-то живым. Ты прямо противоположность Чарльзу, отлично справляешься с практикой. И полный профан в теории. Надеюсь, этого будет достаточно. Не надо меня спрашивать ни о чем. Я тебе что, блин? На ЕГЭ, что ли? Вопросы он тут задает, кто из чего да как. Мне похрену. Исследователь. Исследователь, так исследователь. Все, хватит шептать. Юндюк. И Библия, как обычно, да? Нет. Старое гнилоустье. С тех самых пор, как я приехала в Нью-Иден, меня удивляло, как плохо здесь знают его историю. Как будто для поселенцев история города началась с их прибытия. Неудивительно, что они часто не знают, что делать в неожиданной ситуации. Потому что не могут обратиться к опыту предыдущих поколений. Но мы далеко не первые обитатели этого дикого края, а потому в этом скромном труде я намерен собрать все известные фрагменты его истории, благодаря помощи многочисленных индейцев и старожилов, которым мне доверяют. Например, судя по всему, внезапные вспышки эпидемии – обычное дело в этой прекрасной долине. Насколько мне известно, много лет назад племена, жившие возле залива, договорились избегать этих мест, поскольку охотники и те, кто жил неподалеку, заболевали, если проводили здесь слишком много времени. А порой, что еще хуже, приносили болезнь в поселение. Индейцы считают, что посреди долины есть запретное место, которое они прозвали Гнилоустьем. Это чрезвычайно интересно. Возможно, это объясняет, почему погибли предыдущие поселения. Я считаю, что эти истории не выдумка. Они основаны на наблюдениях за повторяющимися событиями, так же, как и легенды Старого Света. Согласно единственной представительнице индейцев в Нью-Идене, племена договорились избегать долины примерно в то же время, когда белые поселенцы высадились на острове Роанок. Значит, около 1585 года. Означает ли это, что здесь никто не жил более сотни лет? Я должна узнать больше об этом событии, о предыдущих поселениях. Уверена, моим ученикам будет интересна история долины. Дебора Камения, учительница из Нью-Идена, август 1687 год. Дебора, бля. Это Дебора, которую любила эта младшая Ньюсли. А чё нам не дают этот, как его? Костёр, бля. Уже пора бы так-то, вам не кажется?
Направо пойдешь, башку потеряешь. Где вы? Эй! Ты это слышишь? Вон там. Это дуб задания нарисовалось. Ох, Фарди! Ты это видишь? Пойдем следом. Нет привязи, блядь, отслеживай. Идите за призраком. А где призрак-то? Я его не вижу. И вон ты должна видеть. Что? Фредди, вернись ко мне! Ребекка Хартгрейв. Здесь указано имя Ребекка Хартгрейв. Где она, блин? Собака висит. Странно, почему я ее увидел отсюда. Пошли наверх. Здесь я ни черта не вижу. А, вон он. This isn't over yet. Вот такого вы не ждали, уроды. О, тварь! Ненавижу вас, блин. Вон там, наверху. Видишь что-нибудь, что может помочь? Продолжай искать. Вон там, наверху, блин. Нам надо наверх, определенно. Так. Где-то здесь. Во. Нет? А откуда прыгать-то? А, во-во. А, что? Вот ровненько надо встать. Почему ты меня покинул? Где ты, ёкарный бай? Ты чё, блин? Тётя Харе. Эй! Wait. Подожди! Где вы? Эй! Заколебала ты, блин, бабенция. Где ты? Сейчас я тебе морду набью, блин. Козел. Куда она свалила-то? Мне куда-то туда надо. А, вот она. Вы Ребекка Хартгрейв? Да, меня так зовут. Чем могу помочь? Это вы привлекаете сюда волков? Волков? Каких еще волков? А вы, собственно, кто? Я Анте Эдуарте, это Ред Макрей. Мы изгнатели. Знаете, что это значит? Изгнатели, значит? Вы можете говорить с живыми от лица мертвых. В том числе, да. А что вы хотите с кем-то поговорить? С Фердинандо Миллером, моим Фарди. Смерть разлучила нас. Но моя любовь сильнее. Я вернулась ради него. Я так его люблю. Но он ни разу ко мне не приходил. Я обязан узнать, почему. Простите, но боюсь, без этого вопроса не обойтись. Как вы умерли? Мы покинули Нииды и отправились в Форт Джерико, холодную пустыню.
Тропа была крутая и неровная, и нам было очень тяжело. Это был сущий ад, но мы поддерживали друг друга. В пути я впадала в забытье, после этого я мало что помню, нарастающую боль, сильную неконтролируемую дрожь, слабость, смертельную слабость. Фарди был рядом, как всегда. Он взял меня за руку, сказал, что я должна уснуть. Когда я открыла глаза, то оказалась здесь, одна. Замерзла, короче. Как вы познакомились? Был ярмарочный день, никогда не забуду. Роскошная ярмарка. Много диковинок, сокровища со всего мира. Я увидел его сквозь толпу, наши глаза встретились. Тогда я еще не знала, что встретила любовь всей своей жизни. Я не сразу в этом себе призналась, но он должен был стать моим. И в конце концов стал. Нью-Иден велик, где нам его искать? Мы собирались в Форт Джерико, хотели вместе открыть там лавку. Мы бы начали там новую жизнь вместе, но теперь он там, без меня. Если вы знаете, где он, то почему не отправитесь к нему? Я пыталась. Сначала я могла к нему приходить. Я наблюдала за ним в ночной тишине, пока он спал. Но теперь кто-то меня не пускает, и я не могу до него добраться. Я должна увериться, что с ним все в порядке. Нам пора идти. Найдите его, прошу. Ну и что делать? Призрак уважаемой женщины, жившей в достатке и благополучии. Она старается выглядеть изящно и соблазнительно, и страстно влюблена в мужчину, которого преследует. В мистер Икс, блядь. Найдите лавку Фердинанда Миллера. Хорошо. Где убежище? Внизу где-то. Нам надо в него. Так. А я что, не все тут забрал, что ли? Убежище на случай, если нужно перевести дух. Как-то ружье долго перевести. О чем ты думаешь? Мне кажется, здесь что-то нечисто. Она сказала, что никогда к ней не приходил. Почему? Ему было... Слишком больно или есть другая причина? Может быть, у него есть другая женщина? А он очередной врунишка, блядь. Кто его знает? Так, у нас тут костер имеется. И руда. Зажигай! Если отдохну, призраки все восстановятся. Да и хер с ними. Еще и морду набьем. Сколько у меня? А у меня все восстановлено, кстати говоря. Единственное, у меня есть очко навыков. Давай посмотрим, смогу ли я что-то улучшить. Да, могу. И предметы. Так, урон в ближнем бою 11. Давай эти будем улучшать дальше. Фиолетовый сталь. О, исключительно, блядь. Влажная головка надо, 16 штук, блядь. И шлак гнезда, блядь. Шлак гнезда, блин. Как это звучит, блядь. Сейчас ружьишка у нас тоже третьего уровня будет. Возрастает на 40% с каждым попаданием. Окей. Так, и есть уровень. Только такой, да? Че бы, блин.
Выстрелы на заполняй шкалу изгнания. Выстрел из места заполняй шкалу изгнания на 30. Сразу после друг другу. Выстрел в уязвим мест наносит на меньше урона, бля. Херовочек. По врагу перезаряжает ружье или что урон следует. Да, по врагу атака МТ. Как-то странно. И чё я взял? Ну-ка, подожди. Нижняя гора рядом оставляет очки здоровья, уничтожение врага антенн ставим. Во. Да блин. Я тогда не знаю, что тут брать, ничего не буду брать. Мне не интересно те. Так, ладно, дорогие друзья, давайте на этом остановимся, продолжим в следующий раз. На сегодня у меня все, с вами был Виталий, он же Монг, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, пишите комментарии, всем пока-пока и удачи.